Ну а начнем выпуск с одной из главных тем этого дня. В Карачаево-Черкесии создадут Таландский христианский центр. Соответствующий указ подписал глава соседнего региона Рашид Темрезов. Его решение поддержал полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавинцев. Он отметил, восстановлению должно подлежать все, что представляет духовную ценность для народа. При посещении Ильинского храма в канун праздника Дня Крещения Руси он преподнес в дар храму икону князя Владимира. Состав Аланского центра, помимо нижнеархызских храмов, войдут еще Шаанинский и Синтинский. Проработкой архитектурных, ландшафтных и других решений по развитию комплекса займется рабочая группа, созданная в регионе.